Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб. Мы сегодня играем в игру, которую я уже однажды играл. Записал одну серию всего лишь по ней, она называется Summer of 58. Это у нас игрушечка про пионерлагерь. Мы там уже с вами побродили немножко. Немножко поскримились, попугались. Нажмем продолжить и вернемся в наш такой советский паранормальный мир. Так, пока идет загрузка, что сказать? Ссылку в описании я оставляю на плейлисты. Обычно, когда какую-то игру прохожу, можно, в принципе, в плейлист зайти и там видеть все серии. Компания, которая эту игру разрабатывает, Amica Games называется. Так, о, по-моему, уже подгрузилась. Мы просто... Кто-то напугала девчонка. О, мой бог, моя голова. Внизу субтитры. Нас напугала девчонка, я помню. И я вот проснулся. Как я здесь оказался? Как? Как? Нужно найти мою видеокамеру. Я всегда с собой беру видеокамеру. Так, может здесь что-то написано у нас имеется? Так, 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 так. Розетки, как обычно, эти розетки, да? Торчат. Так, календарь. О, голубчик, ты что там клюешь? Какие-то зернышки. Голубь, приколь, приколь. Что это такое? Я не понимаю, что здесь написано. Мне нужно воспользоваться моим русско-английским словарем. Поздно ночью, когда люди уснут, не нужно веселье, не нужен шут. И пустозвоны, бубенцы и горечи полны глаза. Придворные не знают, что значит то веселье для шута. Решает шут, что хватит. Он в ту ночь, надев костюм печальный, отправляет двор, отравляет двор и короля. В душе тоска, но план тот не провальный, не станет больше шут весельем для тебя. Шут решил отомстить всем, кто находился в этом царстве. Не стишок ли этот относится к той девочке, которая тут весь лагерь перемочила? Но они ведь, она ведь не была шутом, они просто на ней издевались. Они над ней издевались, хотели ее почему-то вымыть. Она была какая-то странная, ее недолюбливали. Она им всем отомстила. Я так понял сюжет пока что этой игры. Ладно, идем в следующую комнату искать нашу камеру, потому что ты больше ничего... Ой! Ага! Я понял, что это... Я понял, что это за комната. А там что? Кусок мяса? Корова? Свинья? Что там? Какое-то животное, по-моему. Ладненько. Идем до... Противогаз. Сталкерские. Игрушки эти вот всякие. Матрешки, кубики. Кубики. Самосвалы. Переключатели, все-все в советском четко стиле. Эти вот, эти самые, для специально для вазонков, для цветов, да, для горшков, чтобы поместить. Такие штуки тоже были раньше. Все очень-очень-очень по стилистике сделано просто волшебно. Эти шкафы старинные, все четко сделано в этой игре. Просто налюбоваться. Каждой детальки хочется посмотреть. Это я уже читал. Я не понимаю, что здесь написано. Мне нужно воспользоваться моим русско-английским словарем. Первый в мире наш советский комсомольская правда. Сделана в СССР из мира фантастики в мир реальности. С большим праздником. Это про Гагарина, что ли? Ну, космонавты, все дела, нет? Орган Центрального комитета ВЛК. Поздравляем, родные друзья. Но там текст тяжело рассмотреть. Значит, камера моя, по идее, там. Окей, тут что за доски? Что здесь вообще творится в этой комнате? Там кто-то лежит. Кошечка, живая? Твою мать. Что это было? Я тут хочу все... Это школьный класс! Парты! Стулья, плакат. Ребята, ваша шалость с огнем приводит к пожару. Самосвал, какая-то дичь там валяется. И мухи, и кошечка дышит. По-моему, она шевелится еле-еле. Опа, Ленин! Язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского, велик и могуч. Ленин. Ирод, которого такой язык, народ великий. А народ, у которого такой язык, народ великий. Максим Горький. Ильич Ленин. Владимир Ильич, правильно? Или не Владимир? Владимир, по-моему, был. Так.
Ой, вот моя камера. И записка. Ну, девочка сидела. И свечи. Куда пропали свечи? Ток-ток-ток-ток-ток. Тебе здесь не рады. Я не понимаю, что здесь написано. Мне нужно использовать мой русско-английский словарик. Ты что, сигареты? Русско-английский словарь. Взять. Тебе здесь не рады. Все, взять. Берем, взять камеру. Кто дышит так? Тот, кто ударил меня по голове, забрал свечи. Я должен выяснить, что здесь происходит. Там был момент, где... Я туда не пойду, там кто-то дышит. Нужно постараться включить свет во всем здании. Тут он тоже не мог прочитать-то. В 1958 году. Кто тут поет, блин? Подожди, я могу доски ломать уже, но я хочу почитать. За окном кто-то поет, да? Марш, по-моему. Так, что-то писали. В 1958 году, к концу лета, родители звонили в лагерь, чтобы узнать, все ли в порядке с детьми, но никто не отвечал, когда они приехали в лагерь, никого не обнаружили, только брошенные вещи, беспорядок, все жители помогали. Это я уже читал с помощью переводчика своего, да? А здесь что-то новенькое было, что я не мог прочесть? Я тут тоже не мог прочитать. О, голубь, здорово. Тут он не мог прочитать. О, в душе тоска. О, поздно ночью, когда люди уснут, мне нужно веселье, мне нужен шут. И пустозвонные бубенцы, и горечи полны глаз, придворные не знают, что значит то веселье для шута. Решает шут, что хватит, и он в ту ночь, надев костюм печальный, отправит двор и короля, в душе тоска. Но план тут не провальный, станет больше шут весельем для тебя. Все понятно, шут взбунтовал. Таблетки. Всякие разные шахматы. Вот какие-то игрушки. Медвежонок. Чебурашка! Это же Чебурашка! А где Гено? А что тут? Мячик. Фотка. Так, хорошо. Ну, хорошего мало, но мне нужно двигаться дальше. Тут я до конца не все. Доски я могу там отковырять, но я не хочу пока что. Не хочу. Тут все надо еще поизучать. А, боже ты мой! Тут надо что-то поизучать еще. Кто-то что-то стукает. Кто-то где-то что-то стукает тут мне. Кто мне тут стучится? Кто стучится в дверь моя? Сигареты? Тут кто-то курил? Ездок. Ездок. Беспечный. Ездок беспечный. Сигареты. Сигареты нам не нужны. Газета. Ничего не понимаю. Ладно, мне нужно эти доски, скорее всего, разломать. Но тут надо как-то... Что-то зашумело. Я здесь должен все изучить тоже. Вдруг что-то пропущу интересное, так? Так, вот здесь у нас девчонка сидела с этими свечами. Какие-то баночки, шкляночки. Это мой... О, мой рюкзак. А где мой... А вот мой этот мешок. Я на нем спал. Хорошо. Что тут еще есть у нас хорошего? Вода, рюкзак. Так, тут вроде все хорошо. Вернее, что хорошего? Нам тут больше делать нечего. Нам надо двигаться там, где доски те ломать. Там, где котик был, и там, где было мясо. Ну, идем. Это все изучил. Кстати, F нажму. Ночное видение работает. Бум. Бум. Опа, минус доска. Еще. Есть еще. С ноги. На! Только что не показывает, как он их отбивает. Не показывает, моментики. Это плюха. Ты же с ноги. Так, нужно осмотреть эту комнату. Согласен. F. Может, ультрафиолет, типа, как будет улавливать? Пока ничего не вижу, подозрительно. Боже. Так, опа. Это следы похожи на... Тут-то ползан на карачках? А что это за мяско такое? Интересно, интересно. Там где-то котенок был на подоконнике. Он ушел? Верните мне кота. Где мой кот? О, какая-то фотка, кубики опять-таки, лампа. О, еще одна матрешка. Я уже одно... О, какое-то зеркальце. Как его открыть? Я хочу посмотреть, что внутри. Там обычно должна быть фотка. Это похоже на часы. Но это секундомер, скорее всего. Я такой в детстве... Мне такой дедушка, по-моему, давал в детстве. Опять вороны. Кто мне постоянно тут ворон закидывает? Это белок, но...
Лисица с палкой. А тут что? Будь чист, опрятен, пионер, показывай во всем пример. О, и за руку его тут держит. Так, вороны, вороны. О, какая-то фоточка. Это турники такие. Да, заниматься. Спорт, спорт, спорт. Но мне кажется, мне тут делать сейчас особо будет нечего. Я сейчас оттуда выйду, и на меня там что-то нападет. Или как-то напугает меня. Но я как бы готов. О, электричество. Не работает. Нужно найти предохранитель. Надо ставить предохранитель сюда, чтобы заработал... Чикс, чикс. Нужно найти предохранитель. Ну где? Где он? Предохранитель, where are you? Предохранитель. Я нигде его не видел. А где я могу... Он же наверняка небольшой, маленький такой. Какие-то коробички должны быть. Так, я тут был? Был же. Может, сейчас где-то что-то как-то... Что-то произойдет. Книги. Эти я изучал все. Ничего не было здесь. Воробушек, вернее, голубь. Так, тут... Где-то мне надо его вытянуть. А ну-ка, здесь включу такую вещь. Ой, даже боже матери, там у них есть, смотрите. Ой, что-то зашумело. Иду опять туда пробегусь. Только как-то стрёмно. Предохранитель! Ты где? Я должен реально его найти сам? Фотка, это я подымал. Я думал, может где-то что-то сейчас произойдет, и как-то я его достану. Это что, я смотрел? Нужно взять в руки маленькое зеркало, вставить напротив большого, чтобы... Это я... Про коридоры эти уже читал. А где он может быть? В телефоне? Да вряд ли. Телефон, предохранитель достать. О, подождите-ка. Не хватает предохранителя. Так мне нужен его. Мне он нужен. Ага, он так выглядит хотя бы, да? Я хотя бы знаю, как этот предохранитель выглядит. Он какая-то такая белая, с зеленой какая-то такая штукенция. Надо искать. Надо искать, искать, искать. Газету эту я смотрел, по-моему. Расследование ведется. Ведется расследование... Так, тут ничего нету. Иду еще раз сюда. Тут какие-то были шкафчики у меня. Тут ничего. Предохранитель, где ты можешь быть? В кастрюле. А он на самом деле может быть тут где угодно. А было бы логично, если бы я его там с коридора достал и вставил там. А там как-то... Как-то я не знаю, где он лежит. А может быть он все-таки в той комнате как раз где-то и спрятан. Вот тут. А я ее не заметил, где-то лежит себе тихонько. Ни в чем не бывало. Предохранитель. Ищу, ищу. Продолжаем поиски. А, может он будет тут в мясе зарыт под подушкой. Ну, кусочек мяса. Похоже на какую-то корову. Котик. Может, котик стыбрил предохранитель? Я не вижу. Вижу вороны, всякие табуретки, стульчики раздолбанные, матрешки, кубики. И вот эта штукенция. Оно не работает. Только нужно найти. Не работает. Нужно найти. Кабель тянется вверх. Но это что мне даст, то, что там кабель вверх тянется? Ничего. Не объясняется, куда идти. Как я должен его найти? Какие-то из этих шкафчиков, может быть, его как-то скрывают от меня. Рукоход. Ой, свет, где? Какая там... Он может быть где угодно. Он же маленький совсем, этот предохранитель. Правда же? Он где угодно может быть. Почтовый какой-то ящик. Почта. Огнетушитель. Фух, это немного начинает утомлять. Я реально не знаю, где его искать, этот предохранитель. Матрас, под матрасом. Под подушкой какой-то может быть. На плакат какой-то. Пионер без этих самых. Ну, я не... В урне тоже ничего нет. Снимки, фотографии. Предохранитель. Выходи. Я, мне кажется, хожу по кругам. По кругу хожу и не нахожу. Вот Чебурашку, вытягивай с него что-нибудь. Он могли бы спрятать. Так, предохрань... Вот какие-то полки. Может быть, на этих полках я не рассмотрел. Вроде водил тут туда-сюда этим курсором. Из камеры я же не могу ничего. Инвентарь, ай. Нет никаких инвентарей у меня. Подоконник, какие-то вот розетки там в переключателе. Но это никак не предохранитель. И кот куда-то пропал. Куда пропал мой кот? Куда пропал мой кот? Здесь напряжение. Нужно найти предохранитель. Не работает, но, видимо, чтобы это дело включилось, мне нужно найти предохранитель, чтобы вставить его сюда. И тогда мы запитаем весь дом.
Может быть, тут когда сидел этот, тут этот ребенок, он где-то здесь его кинул? Предохранитель. Я его тут просто нигде не встречал. Шарик, автомобиль, подоконники. Где ты? Как тебя найти? Рюкзак. Это что такое? Похоже на предохранитель. Это какая-то штука непонятная. Ну вот, похоже. Как будто бы предохранитель. Сгоревший, что ли? Это он, сгоревший, который вышел из строя? Не хватает. Вот, не хватает. Согласен. Верю, что не хватает. Вижу. Может, он так должен выглядеть, только надо... Он должен быть светлый. Такие две штучки по бокам. Хорошо. Как бы я его нашел покоцанный. Так, бумага нас не интересует. Тут нет ничего. Тут нет ничего. Где предохранитель найти? Ничего не... Я как-то не могу разобраться до сих пор. Кастрюли, 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 полно кастрюль. Никаких я не вижу, никаких не вижу. Никаких не слышу предохранителей я тут. Еще какая-то фотография. Опа! А я нашел, кажется, целый класс. 1946. Интересно. Кажется, я нашел все их не соб... Все их не... Кодла. Кодла нашел все. Может, где-то здесь в кастрюльке лежит. Я не знаю, где он. Капец какой-то. Предохранитель F1. Не-а. Матрешка, я помню, тебя мог поднимать. Может, где-то в тебе скрывается? Получена расписная кукла. Достижение. Предохранитель. Где тебя искать? Я уже пробую с ночным видением. Доски, которые я отковырял. Так? Так. Рука. Почему здесь рука? Было бы логично, что там что-то спрятали за этим. Ну, рука как бы знак. Но нет, ничего нет. Ножки вот топают. Ножки полезли вон туда. И что, как мне туда тоже залезть? Вон туда куда-то. О, в эту вот решетку, да? А я решетку где-то видел. Где-то уже решетка мне встречалась. Так что, мне надо тоже в решетку закарабкаться? Где у нас была решетка? Кажется, в туалете. Вот тут. В туалете была решетка, нет? Нет, не тут. Где-то я видел решетку такую же. Где-то, где-то, где-то я видел решеточку. Может здесь, может тут. И что я... Хотите сказать, я могу ее отковырять? Это типа как вентиляция какой-то, но она не кликабельная совершенно. Совершенно. Книги вот... О, тихо, это фотка. О, это же они там в лагере в этом 1958. Он там играет в волейбол какой-то. Еще одно вспоминание. Так, книги, стулья, какие-то бумажки. Голубь, скажи мне, где тут предохранитель заныкан? Мне кажется, он лежит в каком-то таком месте, на видном-привидном, а я просто очень какой-то непонятный. Я не могу найти его. Так, может, я где-то должен тут был пролезть как-то в присядку. А может, я должен был как-то в окно посмотреть, и это что-то бы изменило бы. Может, где-то ворона держит. Я на вороны... Ворон я не рассматривал. Это не открывается ничего. Может, тут где-то шкафчик какой-то. Ой, я куда-то... А, я нашел ящик! Вот он! Я нашел предохранитель! Господи, я так долго его искал! Чикс, я возьму коробку с собой, если ночью что-то пойдет не так, тогда я воспользуюсь лампочками для освещения. Берем. Коробичку нашел возле ворон. Я тут пролез. Тут ну никак нельзя было догадаться. Отнеси коробку к спальному мешку. Ну и там, соответственно, мне нужно вставить предохранитель. Мне кажется, это очень опасная штука. Я долго искал. Я не знал, что тогда можно зайти к этим воронам тут за угол. Как-то я, ну, я искал. Хотя, в принципе, я какие-то фотографии посмотрел. Боже ты мой! Там какая-то женщина побежала. Это та воспитательница, которая была на фотографии, по-моему. По-моему, это та тетка была, что на фотке. В красном платье. Ты куда пошла? Ты куда исчезла, эй, тетенька? Ладно, к спальному мешку иду. Иду к спальному мешку. Спокойствие, только спокойствие. Что-то ее бросил. Так должно быть, да? Так, фу, надо дышаться. Фу. Так, вот она, значит, берем предохранитель. И
аккуратнее. Вот видите, оно такое похож на тот. Включаем свет. Лампочки мы пока что... Я туда уже боюсь идти, там сейчас какая-то снова дичь на меня выпрыгнет. Так, я иду потихоньку. Все хорошо, Миша, все хорошо. Ничего плохого не происходит. Вон противогаз одевай и пугай всех, правильно? Правильно. Тут никого? Ну ладно, включаем. О! Радио? Свет загорелся. Радио заработало. Это здесь? Это шкатулка заиграла. О, о, о! Смотрите-ка. Радио. Тихо будь. Я достаю, чтобы... Мелодия жуткая. Тихо будь. Не, ладно, пускай играет. Может, мы приманим сюда какое-то... Какое-то существо. Потустороннее. Кто здесь? Выходи по одному. Выходи по одному, призрак. Так, я свет включил. А что дальше? Ну? Ой, нужно лечь спать, скоро стемнеет. В смысле? Подожди, какой стемнеет? Типа выспаться и чтобы потом уже ночью тусить. Подожди, вот часики. Я могу взять кровать и заснуть, да? Давайте пробежимся еще раз по комнатам. Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Эй, люди добрые. Я пробегусь еще в ту... А я там был уже, в той комнате, в той. Окей, ложимся. Под музыку этого радио. Чикс. Спать? Не спать, не спать. Значит, можно чуть-чуть полазить? Есть вариация у нас еще. Ну, мясо, мясо. Мясо в маринаде, мясо в маринаде, мясо в маринаде, наш шашлык. Мы подспим под радио или без радио? О, конвертик, я раньше его не замечал. Нельзя. О, можно, можно, можно взять. Что там за фоточка? Я хочу спать. А, это он мне сказал только что? Он хочет спать. Ну я фоточку, ладно, заценил. Хочешь спать, так хочешь спать. Соня ты наша дорогая. Ложим Соню нашу спать. Фух, лодинг, это на следующую локацию меня перекидывает, правильно? Правильно. Так, загрузка идет, только водички. Ночь номер два, хорошо. Вторая ночка, хорошо. Ночка вторая, это великолеп. Часы остановились, 3:07, нет места чужим. Ночь номер три. Так, глухая ночь. Молоток, почему бы себе его с собой не взять? Это им я заколотил себе выход. Лампочки, оп. И чё, почему ты их не берешь? Может, пока что они мне не нужны, мы потом их куда-то вкрутим. Ладненько. Ночное видение. Почему F не работает? Куда делось мое ночное видение? Где моя камерка? Эй, эй. А, берем. О! Идем поочередно. О, боже ты мой, темно. Какое-то пятнышко. Оно тут было раньше? Я не помню. Кто-то тут есть живой, люди добрые. Ой, боже ты мой, страшно. Не, лучше будем ходить с ночным видением, так хотя бы как-то более-менее. Более-менее как-то. Так, камеру я взял. Идем дальше. Лампочки я помню, что есть у меня там в чемодане моем. Мои коробички. Опа, так. Радио. Это не хочу. Тут заперто. О, не надо, не надо. Саша, Аня, Катя, Яков, Антон, кто это? Кто здесь? Тут заперто. Там темно, я туда не хочу. Я туда не хочу. Поизучаю пока что. Ладно, надо туда. Видимо, только туда могу уйти. Ну пошли. Ну пошли. Радейка, да, играет? Чебурашка! Где твой Гена?
Кто-то бегает! Кто-то бегает! Тихо будь. Кто-то бегает. Кто в хате бегает? Всем спать. Кто дверью скрипит? Алло. Двери заколочены. Все четко. Или включим для... Я говорю, спать ложитесь, ложитесь спать. Я говорю, спать вам ложитесь, что вы меня пугаете? О, женщина. С вами все, good? Good, nice. Тун-тун. О! Кто-то кусок мяса утащил. Кто-то кусок мяса, у меня мурашки по коже. Кто-то кусень мяса утащил только что туда. Кто? Кто-то там себе в норку мяса утащил. Вон туда, в вентиляцию утащили кусень мяса. С ума что ли сошли? Алло, угомонитесь вы там. Кто-то дышит и очень... тяжело дышит. Подожди, а я могу свет класнуть? Он включен. Вентиляция. Кто-то очень тяжело дышит. Матрешка. А где кукла делась? Раньше этой шкатулки здесь не было. Опа! Шкатулочка. Ой, заперто. Было бы интересно узнать, что внутри. Мне надо найти какой-то ключик для этого дела, правильно? Опа, еще одна фотография. А, это рукоходы, я эти видел. Рукоходы я эти видел. Окей, окей. А это что такое? Какая-то открытка. Где-то ключ мы найдем от шкатулки. Но где? Где ключик от шкатулки найти? Бабочки, опять что-то разбили. Шкатулку стыбрили. В коробке была запасные лампочки. А мне свет вырубили. Идем за запасными лампочками быстренько. Ой, блин, как же темно. А тут что, уже закрыто? Да уже заперли. А куда лампочку вставлять, я-то не знаю. Я как буду... А, вот лампочку туда вставить. Тут разбивают мне лампочки. Ух, хулиганье какое. Ух, какое хуй, я до вас доберусь. Ой, я до вас доберусь, хулиганы. Лампочки разбивают. Тунеядцы, вы чё? Вот мои коробочки с лампочками, оп. Так. Эй. 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 А тут что подсвечивает? Ага, ладно. Ты-тын-тын-тын. Наверное, хотя бы тут вставить. Нет? А куда вставить лампочки? В коробке были... Ну, я нашел лампочку запасную. Куда я должен ее вкрутить? Алло. Вот тут. Вот туда и вкручивай, туда, в патрончик. Давай. Не хочет. А куда я должен был ее завкрутить? Тут тоже не... Ладно, идем искать дальше. Вот здесь. Может, уже открыто? Значит, здесь? Ой! Опа! Ага, он сам ее туда вставил. Ну, о! О! Ага, она просто пригорела. А еще теперь... И что? Уже что-то капает. Уже... Включил свет, окей. Включил свет. А что там дзюркочит? Что-то дзюркочит мне там. Что мне там дзюркочит? Где ключ? Признавайтесь, где ключ? Я все равно найду. Закрыто. А куда еще мне лампочку вставить? Ой, это здесь что-то капает. То воду за... Перестала. А почему перестала? Я вроде не закручивал. О, еще что-то лежит. Что это там? Ключ? Нет. Что это за шкатулка? Еще одна. Так. Ой, что-то капает. Не знаю. Поясни. Там как
какая-то фигня сверху сидела. Это была замануха, там не было шкатулки, да? Там какая-то фигня сверху сидела, вы видели? На меня смотрела сверху. Тут темно, реально темно очень. А ключ, может, она во рту держала? Я не рассмотрел. Ох, иди... О, здорово! Ты кто такой? Ты кто такой будешь, эй ты? Ушастик. Ушастик, ты лампочки мои... Воруешь. Эй, Ушастик, лампочку верни. А где свет? Свет опять пропал. Ушастик, ты тут? Куда он побежал? Он рыпнулся куда-то. Лампочки не стыбрил. Не, нет. А мне, может, больше и не нужны. А куда он побежал? Бери молоток и гвозди. Будешь его голову забивать их. И куда же он побежал? Он такой маленький черт какой-то. Маленький черт. Черт. Маленький черт побежал. Маленький-прималенький черт. Это зайчик был, по-моему. Игра чуть глюканула у меня. По-моему, это был кролик малютка. Тот, который мы видели раньше. Кто-то снова дышит тяжело. Может, от греха подальше закрой? Бутылочки. Тип-тип-тип. Здесь поизучаю. Мне нужно где-то ключ найти этой шкатулки. Мне интересно, что в той шкатулке. Но я нигде ключа не встречал. Где-то ключ есть, полюбас уже, да? Ладно, открываем. Тут кто-то дышит вечно тяжело. Ой, тут развозня какая-то. Что, уже там дышит? Вороны. Остановилось дыхание? Он что, здесь спрятан? В уголку я сидеть, что ли? Нет тут никого. Вот какая-то записка. Однажды в лагерь приехала девочка с мягкой игрушкой зайца. Она везде с ним ходила и даже спала. Ребята над ней начали издеваться, что она как маленькая приехала со своей любимой зайкой и подшучивали над ней. Даже директор просила спрятать зайца в шкаф, чтобы не было разногласий среди сверстников. Девочка послушала ее и убрала зайца в шкафчик. И наступившую ночь заяц ожил, а он обиделся на свою хозяйку и на тех, кто над ней издевались и ночью всех задушил. Так, в шкафу какой-то кролик есть. Тут темно, как в танке, без света. Так, значит, кролик в шкафу. Шкатулку. Интересно, что внутри. Очень. Кто-то закрыл дверь. Кто-то не хотел, чтобы я отсюда выходил? Кто это мог сделать? Что-то упало. Что-то упало, что-то разбилось. Что-то я дверью задел. О, дверь уже открыта. Боже, сейчас обоссусь от страха. Могу прикрыть. Я бутылку, что ли? Ладно, идем сюда. А могу закрыть. Могу открыть. Так, напугаем немножко их. Сюда кролик убежал, я помню. А там про шкафчик говорилось. Вон Бляха, твоя муха, ты кто такой? Какой-то большой-пребольшой клоун. Ну, подойдем к нему. Он меня сейчас уничтожит, мне кажется. Я же видел тебя, ты там стоял. Он мячик. Это был... Боже, что-то опять стучит. Незваный гость. С помощью этого ключа я могу открыть шкатулку. Опа. Незваный гость. Это какой-то улыбающийся чувак. 1950 года. Громкий скандал в приюте для детей-сирот. Медицинская сестра жестоко издевалась над проживающими. Одна из сотрудниц заявила о нарушениях полномочий. Принимается решение о закрытии учреждения. Напоминаем, что приют был открыт 1944 года. В нем проживали дети, оставшиеся без родителей во время войны. То есть, ага, сироты в приюте. Тут был и приют, а потом какой-то лагерь был. Немножко запутался с этими последовательностями. Но здесь, по-моему, был не только лагерь, но и приют. Тут куча страданий было у детей. Так, шкатулка тут была. Я закрыл дверь, я уже не помню. По-моему, я ее закрыл. Шкатулка, шкатулка, шкатулочка. Открываем. Что внутри? Какая-то фотография. Дорогой дневник, сегодня ежегодный день открытия моего лагеря.
Я готовилась к этому 3 года для того, чтобы это лето было для меня особенным. За эти дни я воспитаю в них настоящих людей, но и они мне очень помогут. Угу. И загрузка пошла какая-то. Я думаю, что это следующая локация пойдет, а у меня уже ночь 58-го. Это мы сейчас будем как будто бы играть в то время уже? В 58-м году? Походу, да. После сильной грозы в здании нет света. Окей. Я буду заканчивать видео. 35 минут все-таки. Окей. Я не буду ничего вырезать. Пускай будет полностью, что я там тупил, искал долго. А эти предохранители? Ничего. Увидимся в следующем видосе. С вами был Ниломоб. Вот. А мы играли в игру под названием Summer of 58. Всем пока-пока. Ссылка в описании на плейлист.